Рады радовать! Такси ГОСТ регулярно проводит розыгрыши призов для своих клиентов. Среди подарков – сувениры с фирменной символикой, сертификаты на бесплатные поездки, флеш-карты. Стать участником розыгрыша очень просто. Для этого всего лишь нужно было пользоваться услугами Такси ГОСТ. Достаточно было всего лишь через онлайн-форму заказа на сайте Такси ГОСТ заказать такси и сделать пометку в специальном окошечке «Акция». И, в принципе, все, кто заказали такси таким образом, становились участником акции и могли сегодня прийти на розыгрыш. Победителей выбирал случай. Призовые номера доставали, что называется, вслепую. Кстати, стоит отметить, что без подарков в этот день никто не остался. А некоторые участники получили даже несколько призов от Такси ГОСТ. Номер 9 есть такой? Пожалуйста, подходите. Главным призом этого розыгрыша стал iPad. Доставай любой номерок, разворачивай его. И говори громко, четко, во весь голос. 15. Номер 15. Счастливая обладательница новенького iPad от ГОСТа признается, услугами другого такси практически никогда не пользуется. Выбираю ГОСТ, просто удобно, быстро приезжает машина. Удобно то, что не бывает заминок. Как-то с ними у меня не было заминок. Мне это нравится. Однако такси ГОСТ – это не только удобные поездки в любую точку города. Это и постоянные розыгрыши призов. И сейчас для своих клиентов такси готовит очередной конкурс с приятными подарками. Сейчас у нас планируется акция в Инстаграме на тему «Любая поездка может стать приключением». Все правила акции вы сможете найти в официальных группах такси в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Становитесь клиентами Такси ГОСТ и получайте не только комфортные поездки в любую точку города, но и ценные подарки. Карина Тимкова, Игорь Бероев. Новости дня.